Esiet sveicināti, viens TV skatītājs. Šodienas mans viesis būs olimpiskais čempions Aleksandrs Volkovs. Un turpināšu sēriju par basketbolu vēsturi, par tiem cilvēkiem, ar kuriem es esmu kopā spēlējis. Un pastāstīšu to, ko nezina un ko Wikipēdijā izlasīt nevar. Priviet, Saša! Sveiks! Tak, zdarovie! Отлично. Я смотрю, ты всегда улыбчивый и как сказать, я уже не, уже русский уже немножко поменьше говорим, но что-то помню. Жизнерадостный. Да, жизнерадостный, во. Ну, Саш, есть много вопросов, что я хотел, просто вот, что мы о тебе не знаем. Мы же когда-то с тобой играли, и не только мы с тобой вместе, и мы про друг друга ничего не знали. Представляешь, вот я сейчас, мы так, вот у нас были темы, игра, там, тренировки, кого-то обосрать или что, просто вот это было. А вот, вот то, что ты уже начинаешь, уже когда постарше бываешь, уже начинаешь что-то анализировать, да? Валдис, а тогда в возрасте, в голове ничего не было. В возрасте это было неинтересно, это интересно. Сейчас интересно. Да, а сейчас возрасте... просто вот у меня вот такая есть, я в последнее время очень много... интервью вот с теми людьми, которые достигли в жизни. Вот недавно помер Янис Лусис, капеминатель, который, лучший спортсмен Латвии всех времен. Он там был на четырех Олимпиадах, и трех он там золото, серебро. Ну вот, и он, ты понимаешь, и все, и его нет, и ты не знаешь, что он делал, почему он делал, и что он, как он думал, как надо. Таких людей очень мало, и поэтому вот мало кто вот интересуется. Поэтому вот ты один из тех, который украинский парень, но родился в Омске. Ты мне скажи, как ты до Омска добрался? Валдис, я по национальности же русский, да. У меня есть часть украинской крови, конечно. У меня по бабушке, по отца линии я частично украинец. А мама у меня, она из семьи репрессированных, ее семью сослали в Сибирь. И она родилась в глубокой тайге. И потом, когда стали номер, им разрешили переехать в Тюмень, а потом из Тюмени переехать в Омск. И они там сделали дом себе, построили, ее семья, отец, мать, там, у них большая семья была. И она пошла учиться в авиационный техникум. Закончила школу, их реабилитировали, она пошла учиться в авиационный техникум. А отец мой из Чернигова, закончил в Чернигове школу, он поехал в Ленинград, поступил в военно-механический институт. Его, кстати, в «Спартак» ленинградский приглашали, но отец, мой дедушка, запретил ему. Он был полковник авиации и сказал, какой баскетбол учись. Военно-механический институт очень серьезный был. И после того, как он закончил военмех, кстати, моего отца все знают, вся ленинградская вот эта тусовка баскетбольная, все его очень хорошо знают. И его направили в Омск на практику, на завод там какой-то военный, на практику. И он там за этот завод играл в баскетбол. И мама с папой познакомились, мама заканчивала игру за техникум. Знаешь, как раньше, женщины играли в одном зале, потом мужчины, какие-то городские соревнования. И отец следующая игра. И как-то они там пересеклись, познакомились и, в общем-то, начали отношения. Поженились там так, я родился. И в 9 месяцев, когда мне уже было 9 месяцев, у отца закончилась практика, он забрал маму, меня, и мы вернулись в Чернигов. Уже вернулись там, где отец жил, там, где моя бабушка и дедушка отца линии жили. Значит, Чернигов – это твоя родина, в принципе, такая, да? Да. Так, если, как родина? По сути, родители, мама из Сибири, она как бы туда ее сослали. Это твоя как? Смотри, Черниговская область. То есть это родина моей бабушки, бабушки, отца. Вот если взять, то ее все корни из Черниговской области от моей бабушки по отца линии, вот так если говорить. Вот так получилось. Вот там баскетбольная была там секция? Или ты же сын баскетбольной семьи, в принципе. Да, конечно была. У нас хорошая баскетбольная секция была. Отец еще вернулся, играл за какую-то черниговскую там команду. Это любительские. Они там ездили, соревнования. И тренер его друг, они вместе играли. И все время говорит, Толик, привези сына. То да, все. А у меня отец, я тебе то, я тебя отведу, я тебя проведу. Как отцы в то время. Выпить, погулять, работа. Он у меня же инженером был. Рыбалка, все такое, да. И все, он ходил. В конечном итоге я около дома играл в футбол. Я очень любил футбол и хоккей.
знаешь, Чернігов – это северная Украина. У нас очень был популярный хоккей и футбол. Ну, футбол, естественно. И мы целыми днями. Летом футбол, зимой хоккей. И вот я играю на площадке около дома. Подходит женщина, так стала, посмотрела, подошла после того, говорит, здравствуй, сколько тебе лет? Я говорю, я в третьем классе. Она говорит, я вот здесь живу в соседнем доме, я тренер по баскетболу. А могу я взять телефон маме твоей позвонить? Да, я дал ей телефон, она в соседнем доме жила. Она позвонила маме, и мама меня на следующее утро отвела в секцию баскетбола. И все. Ну, я знал, да. И с тех пор я стал заниматься баскетболом, да. Ну, интересно то, что, вот скажем, сегодня в 9-10 лет... Я даже помню Валдис день этот, знаешь, 9 помнишь, сентября. Да? А ну 9... Да, да. Нет, знаешь, а вот сегодняшний день, если ты в 10 лет уже чемпионами хотят, там по 100 игр играет у нас, ну по 80. Ну, да. А ты только начал, да? Да, в 9 лет. 9 это лет. Тебе это помогло, что ты позже начал? Ну, не знаю, Валдис, я не знаю. Это считалось очень рано. И ты знаешь, я очень много занимался спортом вообще, всеми. Плавал, я во всех всяких соревнованиях по настольному теннису, по конькобежному участвовал в соревнованиях. Играл за футбол, за школу, за ЖЭК. Тогда какие-то соревнования за ЖЭК были. Знаешь, бесконечно в хоккей мы играли. Понимаешь, мы все время во всех соревнованиях, это даже много всяких соревнований, ГТО, знаешь, вот эти бегали, бросали мячики какие-то там, гранаты. И постоянно, даже легкоатлетикой я занимался чуть-чуть, вот реально легкоатлетикой. Поэтому, не знаю, ты понимаешь, я не знаю. Ну, как-то вот потом баскетбол, и он как-то стал основным видом деятельности. Сначала это было так, одно из занятий. Знаешь, и ты знаешь, интересно, мы заметили, семья, что я перестал болеть, когда начал заниматься. Я как-то перестал болеть. Знаешь, как дети, что, там, были какие-то болезни вообще такие? Ну, горло, там простудил ноги, где-то ангина, то, пятое, знаешь, как вот дети там бегают по улицам. А я как-то перестал болеть, и родители так как-то... И потом втянулся в соревнования, и потихонечку я начал уже... Это для меня стало, я фанатично полюбил баскетбол, да. Вот так эта карьера началась. А мы, это Черниговская область, у нас получается город, он находится на самом севере, нам Гомель, Белоруссия, ближе, чем все остальные города вообще в Украине. Вот до Гомеля, допустим, 90 километров, до Киева 140. Ну, это самые ближайшие два крупных города. И мы в этот Гомель, мы к ним каждый месяц по 2-3 раза на соревнования. Там неплохая тоже школа была. Играли все время, вот как-то так, даже вот так уже на сегодняшний день, даже международный опыт. Кроме всех украинских каких-то игр, там у нас постоянно с Гомелем были такие вот соревнования, да. Интересно, вот, смотри, а как ты до Киева добрался? До строителя? Начнем ну, смотри, с этого. Да, ситуация была такая. Когда я был в 9 классе, у нас в Чернигове был такой традиционный турнир, назывался турнир, ну, такой весенний, 8 марта. И приезжали команды с Ленинграда, там с Баку, я помню, приехала команда. Какие-то таких, ну, команды со всего Союза. И мы играли. Приехала ленинградская команда. Там такой Анатолий Панков был, детский тренер. Привел какой-то Дисуша, я уже не помню номер. Такой он высокий, двухметровый. И мы сыграли, знаешь, в 9 классе. Он подошел ко мне, взял телефон, адрес. И как бы уехал, и все. И потом, знаешь, к концу года, это где-то в мае, ближе к лету уже заканчивалась учеба, мне пришло письмо. Штейнбок такой был, если да, ты помнишь. Да, Штейнбок-то всех собирал там. Да, Штейнбок написал мне письмо, прямо к мне, расписал мою жизнь. Где осталось я буду тренировать... письмо это у тебя? Поискать, да. Расписал всю мою жизнь. Ну, чтобы ты понимал, это письмо, я его перечитывал раз 100. Для меня это было там такие имена, там сбор в Сосновом Бору, тренировки в составе дубля ленинградского «Спартака». Ну такие, знаешь, интернат, там питание трех... Ну короче, для черниговского человека в США, да, это было что-то... А отец мой, как бы так, знаешь, он же эту тему, питерскую тему знал, да? Он знал эти фамилии, и он говорит, ну вот, видишь, я не ожидал, что тебя кто-то заметит. А чтоб ты понимал, мои родители, вообще будучи баскетболистом, ни разу не пришли ни на тренировку, ни разу не разговаривали с тренерами. А почему? Почему? А мне кажется, что они понимали, что вот это вот влазить в карьеру, это неправильно. Ты же знаешь, ты же имел дело, это ж сколько родители похоронили талантливых детей своим вниманием и своим желанием помочь, понимаешь? Это ж люди, родители не понимают, что это во вред идет на самом деле. Отец, наоборот, так сказал, ничего у тебя не получится, знаешь, он меня так подзадоривал, знаешь. Я не знаю, он это делал специально, он понимал, что это правильный ход. Или, может быть, он меня все время подзадоривал, чтобы я доказывал ему, знаешь. И вот как-то он обрадовался,
Слушай, мы купили билет в Питер, значит, собрались, купили билет на поезд. И отец позвонил моей тренерше Алле Георгиевне. А мы как раз отыграли чемпионат Украины в Горловке. И так на меня особо никто не обратил внимания, знаешь. Ну, в Горловке, это Донецкая область, за Чернигов, чемпионат Украины. И позвонила Алле Вергун, моей тренерше, и говорит: Алла Георгиевна, там Сашу забирают в Питер, просто мы завтра уезжаем, так что вот мы ставим в известность туда-сюда. Она говорит: хорошо, но я в Киев на всякий случай позвоню, предупрежу, чтобы там потом ни проблем не было. Проходит какое-то время, она прибегает к нам домой и говорит: послушайте, там такой скандал в Киеве. Да, как это так? Какой Питер? Быстро собрать вещи и на следующий день в Бердянск на сборы сборной Украины. Отец офигел, знаешь. Извиняюсь. Мама тоже. Это YouTube, это можно, это не телевидение. Да, мама тоже, знаешь, так, мама не понимает, знаешь, ну, мама такая, знаешь, ну, люди, которые прошли, ну, эту жизнь, как она прошла, она очень мало разговаривала на всякий случай, знаешь, как. Отец там, типа, как же так, ну, вот же все. Ну, она говорит: ну, у меня могут быть проблемы у тренерша. А знаешь, в те годы люди были такие, которые не хотели подводить друг друга, знаешь. И они, короче, я вместо Питера на поезде полетел. А представляешь, еще тогда даже были рейсы Чернигов-Бердянск, самолет. Как сейчас помню, у нас маленький аэропорт был, меня посадили в Як-40. И я полетел в Бердянск, меня там встретили. Там на Бердянской косе сборы сборной Украины моего возраста проводила. 64-го года, да? Да, 63-64. Я приехал туда. И как бы первые тренировки, как выяснилось, я самый лучший оказался. Вот видишь, у нас такие селекционеры были хорошие. Нет, просто не видели тебя нигде. Ну, просто много очень людей в Украине, знаешь, и не обратили внимания. Но там мне повезло, что был такой днепропетровский тренер у нас такой, ну, считается, один из лучших наших детских тренеров, Ефим Тослицкий. Школа номер 5 днепропетровская считается одна из лучших. И она, и он как-то вот в меня как-то поверил сразу, знаешь. Вот он, кстати, и настоял, чтобы меня вернули. Он быстренько звонил, всех расспросил, посмотрел фотографии, где что, кто, что за мальчик. И меня вернули. И вот он сразу на меня сделал ставку. Я стал игроком стартовой пятерки этой сборной Украины уже как бы. И меня ну ладно, забрали. А Киев, строитель? И тут же забрали в интернат киевский. Тут же. Вместо как бы... Школу поменял, все, да? Ну да, я как бы уехал, закончил школу 9 класс, и в 10 класс уже поступил в киевский интернат спортивный. Ну как вот интернат был питерский, так бы я пошел, а так я в киевский специализированный спортивный интернат. И вот я уже переехал в Киев, мы жили в общежитии, тренировались 2 раза в день. Ну все то же самое, питание, там, это как бы базовая команда сборной Украины. И мы готовились... у нас была спартакиада школьников СССР в Вильнюсе в 80-м году. Вот мы к ней готовились. И ты там и сборную юниоров попал оттуда, да? Не, вру, в 81-м. В 81-м. Нет, сразу я не попал. Я приехал, ну, мы поехали на чемпионат этот, на спартакиаду в Вильнюс. Литва заняла 1-е место, Москва 2-е, мы 3-е были. Я не попал в список сборной. Там был список, там было 2 человека... С нашей команды, такой Левицкий, помнишь? Левицкий. Может быть, такой, да. Высокий блондин. Да, играл. Да, да, да. И Шевченко, Саша, помнишь, что в карты с нами играл? Да, да. Да, да, да. Вызывали вот это на сборы. И вот эти Шевченко и Левицкий попали. Боже, как я им завидовал, ты не понимаешь. Я первый раз столкнулся в жизни с этой завистью, я не мог спать, мне так было обидно, что меня никто не заметил. Но ты знаешь, Валдис, это был как прививка, я этой завистью переболел. Вот я реально, у меня такой был приступ зависти. Я так понимаю, что люди некоторые не могут пройти, а это у меня несколько дней и прошло. И больше у меня эта зависть вообще никогда не возвращалась. Я четко понимал, что завидовать не смысла, потому что у каждого человека есть свои проблемы, свои, знаешь, какие-то... Надо заниматься собой. И вот я не попал. И вернулся домой. Меня взяли... тут же надо было решать вопрос, куда поступать. Я закончил же школу, получается, интернат. Ну, мне надо было институт. У меня было много приглашений. Там какие-то институты, в первую лигу туда. Ну, куча всяких приглашений. Приезжали тренера, звонили, какие-то даже деньги присылали там. Ну, в общем, целая куча всяких вариантов. А тренер дубля был такой Гудзик Денис Семенович. Он был... Мы играли против него, знаешь как, он дружил с нашими тренерами, вот они в Чернигов приезжали, мы играли, мы туда в Киев ездили, играли, а его назначили тренером дубля. Он сначала в США был, а потом стал тренером дубля. И он поехал к моему отцу домой и уговорил отца, говорит: я вас прошу, если вы хотите делать карьеру, не надо никуда ехать.
у него хорошее будущее. Пускай поступает в институт физкультуры и идет в строитель, в дуб строителя. Ну, отец говорит: Саша, давай, смотри, я всю жизнь жалею, что я не послушал деда и пошел в учебу, а не в спорт. Хотя не хотел ошибку повторять, да? Он очень талантливый атлет был. Валдис, он был талантливый в меня физически вообще, в разы. Ну, вот он атлет настоящий был, знаешь, вот такой мощный такой. Ну, я тебе как-нибудь фотографии пришлю. И он говорит: не делай мою ошибку, потому что я всю жизнь жалел. Если есть шанс куда-то попасть, иди. Я, короче, подписался со строителем, поступил в институт физкультуры. Меня взяли дублист, тут же начали... я поселился, все, начал ходить там в институт, на тренировки, так мотаться. И потом уже потихонечку из дубля меня, это был 81 год, начали подключать уже в основную команду. Вот так вот я и в Киеве оказался, в строителе. Слушай, мне один вопрос. Ты когда-то размышлял, как твоя карьера бы сложилась, если ты в Петербург поехал? Ну, в Ленинград. Думал, конечно. Скажи какие-то свои варианты. Не знаю. Но там может быть, сейчас бы был в путинской команде, в Единой России где-нибудь сидел бы в Думе где-нибудь. Но я шучу, конечно. Не знаю. Ладно, как об этом можно знать? Понимаешь, в чем дело? Между прочим, ты рассказал историю, которая очень похожа и на мою, потому что мне никакую сборную не брали, всегда где-то тренер лучше не приезжал, никто не видел, знаешь, вот... Да. И посмотри, Пиппен, там, Джордан, когда вот... Это то же самое, их никто не видели, они там где-то там переживали. Валдик, так мне отец мне всегда говорил: что ты напрягаешься с этим баскетболом? Если бы ты жил в Днепропетровске или в Киеве, тебя бы заметили. А в Чернигове, кто тебя заметит? Кому ты тут нужен будешь? Он все время меня так подзадоривал, знаешь, этим самым. Видишь, как-то так заметили, в конце концов, знаешь. Ну, хорошо. Попал ты в строитель. Но мне вот одна история все-таки того заинтересовала. Вот ЦСКА и строитель. Ты как начал строителей заигрывать? Там же как? Там же начинается эти тусовка. СКА, Киев, ЦСКА. Вот Римас недавно, я его и его историю знаешь. Вот какая твоя история с ЦСКА? Смотри, история простая. Сначала такой покойный царство небесное Зураб Марамович, он же здесь был рядом. Мы же все дружили как-то в баскетбольной тусовке, знаешь. И он начал меня путать в СКА. Давай в СКА. А так получилось, что он еще жил в одном подъезде. Ты же в институте, тебе же в СКА не взять. У нас же другие. У нас не было в институте физкультуры этой брони. Не было, да? Нет. Тебя могли забрать любое время. Да. И смотри, он... как-то там было, в принципе, смотри, я уже не помню там нюансов, но можно было как-то. Как-то они меня уговаривали. А так получилось, что моя будущая жена Алла, которую ты знаешь, да, она жила в одном подъезде с Зуриком. Можешь себе представить? В доме. Я когда начал к ней ходить, и Зурик меня там тоже начал обрабатывать, знаешь. Они там как-то дружили еще там между собой. И как-то в один вечер я сижу, и Зурик звонит, говорит: поднимитесь ко мне. Я поднимаюсь к нему, там он на 9 этаже, она на 2 или на 3 была. И заходит Гомельский, слышишь? Откуда? Я чуть не упал в обморок, знаешь, от страха. Сколько я там пацан... И он так, знаешь, он же умеет эти понты навести, знаешь. Там познакомились, так. И он мне говорит: давай, сынок, тебе вот будет хорошо, если ты в СКА, к Зураб Марамовичу, и там все. И, короче, меня как бы так раз, и я аж как-то так зомбировали, знаешь. Там как-то получилось, что как-то узнал строитель, что я собрался в СКА, и Белый приехал на машине, помню, меня переговорил, Белостенный уговорил остаться. Я, в принципе, как-то так очухался за этого гипноза папиного и остался в строителе. Понимаешь, Валдис, мне было комфортно в строителе. Мне было много игрового времени. У нас была хорошая команда. Мне комфортно игралось, партнеры. Меня все устраивало. Ну, что я попрусь в СКА? Тем более, все время мы знали, что там какие-то проблемы, скандалы. Знаешь, это такой клуб, второстепенный киевский и еще второстепенный армейский клуб. Знаешь, там все время какое-то что-то не то было. Плюс там Сальников был. А он, знаешь, такой специфический человек с Бережным. Они у них не было какого-то такого коллектива. Хорошая команда всегда была. Я же помню, они не могли всех выиграть и всем проиграть. Да. И, в общем-то, я как-то остался. И мне Зурик говорит: мол, забудь про сборную. Я говорю: Зура, Маш, а что делать? Забуду про сборную, знаешь. И вот как бы так, особо тоже на меня
Сначала я тяжело попадал в молодежную сборную, тяжело, со второго или с третьего раза. И как-то так Обухов меня не очень, знаешь, ну не очень. Даже где-то так ломал меня немножечко так, понимаешь? Там не делай то, не делай это, там не води, не бросай. Знаешь, вот это из серии. А потом уже, когда мы, я уже как закончились эти все молодежные, мы отыграли чемпионат мира молодежный. И вот уже 83-й год пришел. И как бы я начал уже играть, и там какие-то уже результаты. Мы выиграли у «Динамо» Москвы бронзовые медали. Потом выиграли у «Тбилиси» бронзовые медали. И я как бы... Ну, а был ты был на «Спартакиаде» в Москве тогда? Ну, конечно, был. 83-й. Был, да. Вы же выиграли тогда. Выиграли, да. Ну, там я не был основным игроком. Ну, ладно, ну, в принципе, тоже приятно. Мелочь, но приятно. Я, кстати, недавно сегодня фотографии, там мне кто-то прислал. Я забыл про эту спартакиаду. А мы и третьи были. Вообще там Сабас... Да, я помню. Сабас на седьмом или шестом на каком-то там. Да, я говорю, они так вообще... Да. И, короче, я помню, вы там очень хорошо играли. Сенсация такая была. Короче, и, кстати, соревнование было шикарное. Сейчас вспоминаю, такие зарубы были там вообще, знаешь. Ну, представь, эти все сборные, какие игроки. Ну, конечно, там 8, сейчас 8 сборных. Да, выставить на чемпионат Европы 8 сборных. Да, вот там такие были. Да. И, короче, в общем, так как-то вот я... ну, в конце концов, вот этот год, когда мы очень хорошо сыграли и выиграли третье место, уже без Белого. Мы выиграли у Тбилиси, Белостенного дисквалифицировали, ну, как-то так его спровоцировали, в Киеве дисквалифицировали, а вторую игру плей-оффа мы без него играли, и грузины уже приготовили, что они нас обыграют и там добьют. И у меня получилась игра, там что-то 30 с чем-то очков забил, и, короче, мы выиграли второй раз бронзу, и уже Гомельский меня тогда вызвал в 84-м году на сборную. Ну, ты уже вот, помнишь. Вот сейчас начнем про 84-й год сборную. Тебе было 18 лет, да? 20. А, то есть 20, ты 64-го, правильно. Да. И ты помнишь вот этот первый заход свой к нам? Я там был, и все. Ну, конечно. Расскажи, конечно. Пожалуйста, я хочу видеть с твоих глаз это все слышать. Ну, смотри, ну, во-первых, там были Сабас, Марчелло, с которыми Тихий, с которыми как бы я, ну, общался. А, играли. Да. Ну, потом мы все-таки пересекались там в чемпионате, да. Ну, понятное дело, что сразу начинались какие-то такие вот... Таракан попытался там как-то так обозначиться, знаешь. Как? Ну, расскажи, как обозначить? Ну, как-то он там что-то начал на тренировке как-то пытаться там так называемый трэш-токинг. А потом ему Лопатов говорит, Лопатов Андрей говорит, Сережа, ну смотри, ну он же тебя переломает. Ну зачем же это самое? Как-то он успокоился. Потом ты где-то что-то ляпнул, там начал меня подкалывать, я как сейчас помню в такси. Я тебе тоже жестко ответил, и ты как-то успокоился, и мы начались у нас хорошие какие-то отношения. Ну, плюс Белостенный же был, знаешь, он как-то меня так более-менее, знаешь, так... Не, придерживал, ну, да? Ну, как бы защищал, с одной стороны. Да, ну, конечно, так, там нужно было как-то... Да, поэтому я тебе скажу, вот каких-то особых таких проблем я не испытывал вообще психологических. Мы как-то сразу интегрировались, помнишь, мы ходили тогда в казино по ночам, там везде... Ну, понятно, что там... Возьми мячи, поднеси там Гомельский, там еще что-то, какие-то чисто такие вот вещи, которые новички делали. Понятное дело, что это надо пришлось через это пройти. Но в целом очень хорошо коллектив принял, и я не чувствовал никаких таких особых... Ну, пришлось пару раз огрызнуться, да, и все, и на этом все закончилось. Ну, ты такой миролюбивый был. Я не помню, чтобы у тебя были какие-то конфликты. Никогда. Не, ну а чего, зачем? Тем более, что я старался доказать на площадке, а ты знаешь, в баскетболе, если ветераны видят, что там ну, молодой имеет перспективу, они к нему так относятся более-менее. Если там вот, не хочу, конечно, обидеть ребят, эти приезжали белорусы, помнишь, эти все время, еще кто-то. Сатыров. Да. И они как-то вот, они выглядели, что у них нет шансов, да? Вот нет у них шансов. И как-то к ним так и относились, да? Вот я чувствовал, что ко мне отношение было такое, что видели во мне перспективу, да, вот как-то я так внутренне ощущал. Поэтому у меня главная проблема была Гомельский, который, ну во-первых, я так понимаю, что он смотрел на меня и помнил, что я не пошел в СКА. Он запомнил? Конечно, конечно. Ты это чувствовал, надо, да? Да, это мне надо было быть... Ну, я тебе скажу, что потом произошло. В 84-м году я был на сборах, все нормально. Мы тогда поехали на предолимпийский турнир. И он меня взял, объявили состав, мы поехали в аэропорту, вдруг Хейна, который не поехал, оказался там в аэропорту. И мы в 13, что очень, ну, для тех времен сборная была не очень часто, я даже не помню, чтобы 13 человек везли, мы полетели во Францию, сыграли две игры,
я помню, товарищеский, и уже был предолимпийский турнир. Мы как бы готовы. И меня Гомельский Хейна вернул в состав, а меня отправил из Парижа в Киев. В общем, это первый вот был по ход. По прямому или через Минск? Или через Москву? Через Москву, конечно. Через Москву, да. Да, конечно. Да, тогда не было прямых. И второй номер – предолимпийский турнир. Уже казалось, 84-го года, помнишь, это Испания, Франция, вот это вот такой был всегда. Предолимпийский, я говорю, предновогодний. Предновогодний, да. Да. Ну, шикарный турнир. Причем я вообще там был в прайме в своем. Вообще, ну, я там... И вдруг меня и Ваню Панкрашкина берет, знаешь. И причем это он сделал так демонстративно. И потом я приехал, меня Зурик встречает. Ну, что, запомни, пока я здесь, пока там что, ты в сборной не будешь. Ну, хорошо, не буду, так не буду. Короче, это была демонстрация. Но 85-й год наступил, Гомельский стал невыездным. Обухов пришел в сборную. И я там не знаю, какие ему инструкции давал Гомельский, почему, потому что он, естественно, был под его таким руководством, да. Но, тем не менее, уже вопрос о том, что я не попаду в сборную, не стоял. Как-то я попадал в сборную, но я тебе скажу, что был очень интересный эпизод. Мы поехали, ну, ты знаешь, у Александра Яковлевича была гигантомания до определенного этапа. Он верил в центровых, он реально верил в центровых. Это я помню. Он даже хотел, мне рассказывали, интегрировать Сазоненко в сборную. Ткаченко, Сазоненко. Он хотел 2-3-6, иметь 4. Да, 2-3-6. Сазоненко, Ткаченко, Сабонис и Белостен. Он хотел 4. И, видно, он, знаешь, думал, что... Представляешь, они ходили, и, ну, ему, видно, нравилось это все. Но как-то нет, ну, там давай, ему... Вот это центровой Гомельский, надо обговорить, многие не знают. Я да. знаю, вот про себя могу сказать такую историю, вот скажем... Я играю плохой эпизод, не попадаю, что-то ошибки, но дал один пас хороший Ткаченко, и он говорит, молодец. Да, и да, все, да. И ты уже король был. На какой-то слушай, 5 минут, на 5-10 вот минут. Я тебе скажу, был ментальность такая. Мы играли финал с американцами в 83-м, молодежка. И мы выиграли первую половину. А Обухов в раздевалке так возбудился, и он ничего, кроме инструкции, так, все, во вторую половину мяч только Сабонису. Все, мяч только Сабонису. Вот он... И он как-то нас зомбировал, и мы как ступором стали, ты понимаешь, и ничего не можем сделать. И начали Сабонису, и поломалась вся игра, и, короче, мы проиграли. Так вот, я тебе скажу, вот мы поехали играть, как сейчас помню, первый турнир. 3 турнира подряд мы выехали. Ну, ты же там был тоже. Тольедо, Испания, Леон, Испания, и какой-то Франция, там на Ла-Манше был у нас какой-то там странный турнир. Так вот, получить премии мы должны были выиграть 2 из 3 турнира. Мы приехали в Толедо, мы с Тихим в сборной, но мы 12-13, сидим себе сзади на скамеечке, первая игра с итальянцами, выходит, значит, классический состав, вы там и фронт Ткаченко Сабонис. Ткаченко-Сабонис. Так, и короче, значит, это самое. И замена Белостена. И вот они втроем как бы итальянцы как побежали. Ну, короче, минус 20. Вторая игра испанцы. Минус 30. Ткаченко не успевал понять, где нападение, где защита. Тогда же испанцы разогнались так, что вообще. Это было... Да, испанцы очень быстрый баскетбол да. играли. И мы сидели, и так с Тихим переглядывались, и смотрели, и думали, боже, что мы вообще собираемся делать вот с этим вариантом, так? В конце концов, вы, я не помню кто, ты, по-моему, Валтерс, там еще кто-то, пошли к Обухову и сказали, или давай что-то меняй, или мы не знаем, что будет, потому что мы за себя не отвечаем, если мы деньги не получим. Ты понимаешь, да? Да. Этот, видно, как-то там связывался с Москвой, с Гомельским, что-то там они решали, приехали в Лион. А в Лион, на всякий случай, Сент-Джонс. Сборная Испании опять и Чехия, которая потом стала серебряным призером. На тот момент одна Европа. Из лучших, Чехословакия тогда была еще, Европы. Там хорошие такие индивидуальные игроки были, я помню. Брабенец, Кропеляк. Брабенек, Кропеляк, Скала, там такие, знаешь. И, короче, у нас первый раз с чехами. И Гомельский, значит, послушал и ничего умнее не придумал, как вместо большого одного поставить Лопатова. А Лопатов уже тогда, Андрей, был такой, знаешь, как он уже так радовался, что его берут в поездки, но особо игрок не рвался. Ну, после травм был он как-то уже... Да, он не там, у него таких амбиций каких-то, что вот играть любой ценой, ему главное в поездки поехать, там все. Как говорится, знаешь... Затовариться, там, спекульнуть, заработать, это уже так было больше в приоритете. Это наша, да, была история, да. Наша работа. Да, да.
И он, значит, выставляет его в пятерке. Начинается игра ровно на первой же там, на какой-то атаке, какое-то там столкновение, и Андрей бежит к скамейке и держится за палец. Подходит доктор и говорит, не может выходить перелом пальца. Я помню, Обухов вскочил, и как, знаешь, как бегает вокруг скамейки, и ему надо принять решение, опять выставлять Большого или меня. Ну, по сути, уже некого больше. Тихий не был таким еще четвертым классическим. Он и меньше играл уже. Да, да. И он же в защите особо на него же нельзя было рассчитывать, на Валеру. Он больше, ну, нападение да. Он хорошо, но в защите, скажем, Большого четвертого ему трудно было бы держать на тот момент. Ну и как бы он... иди, Волчок, играй, знаешь, иди. Знаешь, типа... Я выхожу, и в этой игре я забиваю 20. Полностью перекрываю Крапиляка, который считался тогда один из лучших четвертых номеров. Мы выигрываем. Он меня опять ставит с испанцами. Подожди, с Сент-Джонсом. Не, с испанцами. С испанцами мы выигрываем. Я опять забиваю 15. Опять выигрываем. И третий раз с Сент-Джонсом мы выигрываем. Я забиваю 10. Опять выхожу в пятерку. И вот как бы после этого турнира я стал до конца дней своей сборной игроком стартовой пятерки. Четвертым номером. И да, конкурентов тебя не было. Ну, слушай, это уже вопрос такой. Нет, короче, ты видишь, какая, вот как мало надо, да, и да, как, да. Чтобы так. Не попасть, а и попасть. Да, да, да. Да. Это как бы вот такой судьба, случай. И короче, в этот момент начал, ну, мы тогда поехали, там развезли всех на чемпионате Европы в Германию тогда. Единственное, проиграли в испанцам в группе, 3 очка или очко, там я уже не помню. А так всех разнесли, финал там плюс 30 у чехов, там 30 итальянцам. Там, по-моему, даже не с кем не было такой команды, которая с нами там как-то, ну, так реально... А, не, ну, юги еще там что-то ковырялись. И то 10 очков в своей группе получили, и все. И вот с тех пор, как бы, я уже стал сборной, приехал, уже понятно, что там на меня обратили внимание, там, в Европе, восходящая звезда, бла-бла-бла. Как бы уже начались какие-то разговоры, я почувствовал себя уверенный, знаешь, в этом плане. Ну вот, 86-й год, ты оказываешься в ЦСКА. Ну, расскажи, как ты там... Купил папа тебя? Ну, во-первых, Селихов был тренер. Ну ладно, а как это все происходило? Ну как, они меня, значит, смотри. Значит, у меня закончился институт. Вроде закончилось. Они, ну, как-то там они могли меня взять, я не знаю. Короче, а у твоих детей было уже до этого? Не нет, было? Нет. У меня, я только женился. Да, значит, они... Я начал сезон за строитель. За строитель. Мы еще обыграли ЦСКА в Минске. Помнишь такие спаренные игры? Да, по два. Да, да. И, короче, мы обыграли ЦСКА. И я, короче, такой довольный приехал, значит, в Киев. Приезжает Юрков. Так спокойненько звонит. Саш, ты извини, там так и так. Менеджер ЦСКА, да. Да. А он как-то был такой, ну, нормальный парень. К нему все с уважением относились. Там всегда, если в Москве какие-то проблемы, ему звонили, он помогал, все узнал. И он приезжает с двумя какими-то офицерами, знаешь. Я говорю, Юра, а что такое? Он говорит, Сань, ну извини, как бы тут вопрос решен, твои предупреждены, мы как бы тебя забираем. Я говорю, а что надо делать? Ну, собирай вещи и поехали. Я говорю, а куда? Ну, сначала и меня привезли, тут у нас, ну, такой, знаешь, как промышленный район у нас на левом берегу есть. Меня привезли в этот военкомат. И знаешь, такая очередь их новобранцев, знаешь, вот когда, ну, как в фильмах, знаешь, там, вот я точно помню. Сейчас уже в фильмах. Комиссии, знаешь, женщины сидят за столом, туда заходишь, ты там, знаешь, снимай трусы, поворачивайся, наклоняйся, знаешь, короче, ну, вот как вот эта вот комиссия, медкомиссия, так сказать. Я прошел эту медкомиссию, ну, так, я вижу, Юркову было неудобно, Юра, а без этого нельзя было, ну, к сожалению, нельзя. Короче, вот я прошел эту комиссию, меня запаковали, я попрощался и, короче, привезли в ЦСКА меня. Вот так я стал ЦСКА. Ну, против твоей воли. Ну, скажем, не, ну да, это не я поехал, а меня приехали. Ну, единственное, что я, конечно, не сбегал, как некоторые там, не прятался, потому что я понимал, что меня никто защищать не будет. Как бы строитель за меня не собирался там бороться или там вступать в какой-то межреспубликанский конфликт. Вот и все. Ну, ты там 2 сезона отыграл. Ну, вот как только закончилась армия, я сразу вернулся в Киев. Ну, я и выиграл чемпионат. Ладно, это мы все знаем, что ты выиграл. Все-таки, ну, то, что мне интересует, в принципе, что я мало знаю, вот про твои приключения в NBA. Ты был первый или один из первых, которые попали в NBA? Из СССР? Да. Ну, смотри, физически я приехал первый. Контракт подписал первый Марчеллионис. А, ну, физически ты начал, да? Нет, ну, расскажи смотри, вот эту историю. Если бы вы не выиграли 88-й год Олимпиаду,
Вас бы отпустили в 89-м? Хороший вопрос, да? Валдис, ты знаешь, я не знаю. Я тебе расскажу свою историю. Значит, пожалуйста. Смотри. Мы, считай, с Марчеллионисом, если так взять, то одновременно приехали. Подписали одновременно приехали, там, по-моему, с разницей в несколько дней, и контракт подписали разницей чуть ли не несколько часов. Может, он чуть-чуть раньше там. И что произошло со мной? У меня было расскажи предысторию, кто связался, как происходило твой... Смотри, в 86-м году, ты тоже как бы был это свидетелем, я попал на драфт. Ну, никто же не спрашивал ничего, мне 22 года исполнилось, меня, Тихого... По-моему, я не помню, еще кого-то выставили на драфт. Кстати, Марчеллу выставили нелегально, потому почему у него и не было привязки к Сан-Франциско. Он мог туда и не ехать. Он мог подписывать любой клуб. А мы с Тихим уже были привязаны к Атланте Хокс. Понимаешь? Приехали тогда в Испанию, какой-то был турнир у нас в 86-м году перед чемпионатом мира. Приехал Стэн Кастен и Майк Фортелло. Они привезли мне контракт. И Майку сзади, ну ты представляешь, что такое, вот приезжает один из лучших тренеров, там один из успешных генеральных менеджеров, они дают тебе майку с твоим именем и еще дают контракт. А кто-то знал об этом? Или ну, ты как знал бы, только? Как бы особо так, ты знаешь, Валдис, в то время уже как-то такого, знаешь, давления не было, знаешь. Там был переводчик. И я говорю, вы понимаете, я, к сожалению, не смогу воспользоваться этим контрактом им. А майку я забрал. Они говорят, Саша, ну нам не важно, возьми, ты можешь его в мусорник выбрать. Главное, что мы тебе его отдали. Я не помню, ты видел, есть этот контракт у тебя? Ну, надо поискать, но я не помню где. Но я точно помню, это было 75 тысяч долларов. 75, на один сезон или на три? На один. На один это был сезон. Минимальный контракт. Ну, я думаю, как новичок. Да. Значит, и короче... Короче, это все закончилось, и я понял, где-то внутренне понял, что вот, у нас началась перестройка, я задрафтованный, ко мне серьезно отнеслись, и я начал себя морально готовить, знаешь, Валдис, уже там, во-первых, ты помнишь, я любил читать эти все книги, мы с тобой часто обсуждали, ты там мне даже давал какие-то почитать Калыч, ты же тогда очень много интересовался этими тренерами, этими всеми книгами. Даже я тебе, по-моему, из Америки присылал, если ты помнишь. Да, мы уже 87-й год, мы же вместе жили на Европе. Да. Ты, вот это постоянно ты ходил с этими книгами по баскетболям. А мне было больше интересно покупать про НБА, читать их жизнь. Да, кто что, кто какая. Знаешь, вот такая, про игроков, про... И я начал готовиться. Я нанял учителя английского языка здесь, в Киеве. Начал учить английский язык. Начал как бы себя морально готовить. Ну, понятно, я же не буду хвастаться, чтобы не смеялись, знаешь, но как-то я почувствовал, что это где-то вот недалеко. И ты понимаешь, понятно, что прошли годы, и было много предложений. У меня же реально был контракт с Реал Мадридом. Ну, меня Гомельский, опять-таки, заманил в Мадриде в 89-м году на турнире, заманил там к хозяевам Реала в Мадриде, когда мы были, и заставил. Единственное, что я, слава богу, уже тогда взял Марка Флейшера, агента уже. А Марк у тебя был, да? Да. И Марк там строчку поставил, что Реал Мадрид, но если я захочу идти в любую команду НБА, этот контракт недействителен. У меня был контракт с Реалом, плюс оговорка, что если я... Была сумма в Реале какая? Да, была. Большая сумма. Ну, примерно? Ну, где-то я тебе скажу, по-моему, на 4 года около 2 миллионов. Ну, 500 тысяч в год. Да. Ну, это большая сумма. Да, на тот момент, да. А плюс это же без налогов, тогда как-то там они не это самое. И, короче, значит, прошло время. Отыграли мы Европу тогда неудачно, тогда третье место заняли, прошло время. И Марк мне говорит, Саш, ну все, пришел контракт из Атланты. Так что, если ты готов, давай, подписывай. Ну, пришел контракт. Вот, Ну, ладно, а ты же в Советском Союзе жил, ты же не жил в свободной Украине. Ну, слушай, они прислали контракт. Ну, даже уже были факсы, это все-таки 89-й год. Я почитал контракт, контракт был где-то почти 2 миллиона на 3 года. Почти 2 миллиона. Ну, с учетом налогов, ты понимаешь, что это минус 40%. Половина, примерно. 40%. Не, ну, 40, минус 40%. Это где-то около 2 миллионов, плюс много всяких бонусов. Там билеты бесплатные, там за минуты бонусы, за топ бонусы. Ну, короче. И я думаю, ну все, что делать? Я подписываю, слушай внимательно, я подписываю этот контракт. А перед этим, если тебе это интересно, у нас были там какие-то разборки с такой Совинтерспорт, организация возникла.
Да, это, про Ульяну Семенову я все это знаю, да, как ее там раздели. И они пытались навязать такую историю, что так, ты подпишешь Сов Интерспортом, они тебя типа отпускают, там как-то они там все делают. И все забирают. Они забирают все деньги себе, а тебе дают 1500 на жизнь. Ну и ты должен как бы быть рад, что ты уехал за границу, и тебе 1500 платят. Ну как бы для советского человека это вау. А кто тебе это сказал? А как-то там они нас вызывали, там, когда мы в Москве... Нет, а как ты узнал, что этого не надо делать? Да я как-то чувствовал, что не надо. Ну, слушай дальше. Я подписал, и понимаешь, как-то было ощущение, что это... Валдис, у нас же были эти уже агенты. Мы же уже корректировали все действия с Марком. А Марк, он же сын Ларри Флейшера, который первый начал с Советским Союзом. У него же был контракт, он хотел за 20 миллионов забрать меня, Тихого, Марчеллу и Сабониса. И он давал этим дуракам 20 миллионов долларов. Они отказались. И год прошел, и тот умер, и Сов Интерспорт развалился. Представляешь? Но это новая история. Не, это история конкретная. Это новая для нас, для этой аудитории. Да. Это история. В 88 году, после Олимпиады, Ларри Флейшер, один из самых успешных агентов и юристов NBA, предложил Советскому Союзу официально 20 миллионов долларов за Сабониса, Марчеллониса, Тихоненко и меня. Чтобы нас забрать и уже там раскручивать, как он считает. Там уже другая история, да. Да. Ему отказали зачем-то. Через год не стало ни Сов Интерспорта, и Ларри Флейшер тоже умер. Ну, этот сердечный приступ. Видно, он так и не понял, умер от того, что не понял, как можно было от такого дела отказаться. Короче, я приехал, его сын теперь стал моим агентом. И что произошло? Ехать. Я думаю, как ехать? Тогда же надо было печать одну, печать другую, печать разрешения какие-то. Ну как, там визу надо было? Да, это же не то, что там ты дал паспорт в спорткомитет и поехал. Там тебе там пришли в Шереметьево, тебе дали паспорт, и ты пошел. Короче, вдруг тут какие-то местные, то ли кегибисты, то ли еще кто-то. Александр, вы должны поехать один, жена не едет. Я говорю, я не поеду без жены. Пауза. Они говорят, а жена выезжала когда-то за границу? Я говорю, да, выезжала. А паспорт есть у нее? А тогда же паспорта сдавали, где-то их хранили. Да, два паспорта было. Да. Нет, один заграничный, был... один такой был. Да, вот. И хранили их. У тебя, да, ты дома... Конечно, у тебя не было его. Да. А Алла была где-то, она же была, ну, тогда это называлось манекенщица, да? Сейчас модель. Она выступала с Киевским домом моделей где-то в ГДР или куда-то в Мексику они ездили там на эти выступления. И они говорят, хорошо, на следующий день, ты можешь себе представить, находят ее паспорт за день, делают все документы, за день, Валди, за день все делают, и практически поджопниками, извини меня, выталкивают нас в Атланту. Почему? А по простой причине. Хозяин команды, Тед Торнер, был большой друг Советского Союза, организовывал там эти все, как, помнишь тогда, «За мир», игры, конечно, да, дружеские игры какие-то. Да, да. И они его, видно, там подсасывали, и он, видно, сказал, ребята, что там проблемы у меня с игроком там? И они там, ты не понимаешь, как советская система сработала, Валдис. За день меня отправили, за день, ты понимаешь? Вот за это день. Новость. Алла обалдела, она вообще даже не мечтала поехать. Я так блефанул, думаю, ну ладно, блефанул. А ты знаешь, Валдис, мне как-то такое лето было, и как-то я... Знаешь, как-то немного боялся. Я думал, вот причина, знаешь, еще отсрочку дам пару там недель, чтобы не ехать. Еще, что, мол, без жены я не поеду. Так, чтобы ты понимал, мы когда на следующий день поняли, что нам выезжать уже надо, так, чтобы ты понимал, пришли билеты в первом классе. Знаешь, представь, у Аллы первый такой длинный перелет в первом классе. Не в бизнес, в первом классе. Где же дети были тогда? Не, еще не было. А еще не были, да? У меня же дети в Америке родились. А. Да, и, короче, мы летим в бизнес-классе. Одни в бизнес-люфтганса, как сейчас я помню. Икра, наливают эти стюардессы. Такое, знаешь, наливают тебе шампанское. Там. Они стоят все время, там только ты махнул рукой, ну тут же подошли. Я говорю, Алла, мы так не летали. Это знаешь. Она говорит, так неплохо, так, знаешь. Короче, прилетели, гостиница, люкс с бассейном. Ну, короче, все такое, знаешь, все такое. Но они, конечно, тогда это там лимузин встречает. Ну, все как, знаешь, это как в фильмах. Ну, как в Америке, да. Да. Ну, правда, только я подписываю контракт, на следующий день я переезжаю в другую гостиницу попроще.
дают какую-то машинку такую попроще. Ну, понятно, уже все, ты уже тогда, ты уже подписал контракт, занимаешься собой. Ну, это Америка, ну да. Ну, конечно. Ну, да, и все. Пока и потом... ты нужен. Не, ну да, когда тебе надо. Ну, а ты уже подписал, все, как бы у тебя зарплата есть, уже сам, сам живи, сам ищи апартамент, сам покупай машину, это уже все будет. Не, ну, относились да, хорошо, дали учителя английского. Ты, без... а? Ты бесплатно уехал? Советский... Не, я 100 тысяч заплатил. А был... кому, что? Значит, смотри, Валдис, было так. Мне сказали, что надо заплатить 100 тысяч. Я думаю, да хер я кину. Это стыдно. Твои деньги? Твои да, деньги, с моих денег. Заплатила. Не, с моих денег. Все, вот я получил. Мне, я тебе скажу честно, было как. Мне говорят, надо заплатить. Там звонят, ты знаешь, кто. Не будем говорить, кто. Да, волосы такие, как у тебя. У него. Да. Да. Я говорю, хорошо. И на полном серьезе решил, а что я им должен платить? Я уже здесь, контракт подписан. Ну нафиг они мне нужны? 3 года. Через что там всем союзом будет через 3 года, неизвестно. Я решил скинуть. И не плачу. Ну и тоже тебе известный человек из НБА женского рода. Ага. Понял, да, кто, да? Наш друг большой. До сих пор там работает. И она мне звонит, говорит, Саша, у нас договоренность. У нас, мы, ты так нас подводишь. Шару нас заплатил. Мы так договорились. Ну, ты ну, не подводи, это неудобно, там ты же обещал. Я говорю, ладно, ради тебя я это сделаю. Мне прислали счет какого-то английского банка, и я ее заплатил. Окей, идем дальше. Значит, 2 сезона NBA-вских. Ты играл довольно мало, 13 и 19 минут. И ты, вообще, ты расскажи, вот это первые тренировки, это первое, как ты там вообще чувствовал себя? Ну, там же звезды было, были. Смотри, там же звезды было, были. Да, тяжело было, потому что очень была забита моя позиция. Вот это мне не очень, как бы, знаешь. И кто был на твоей позиции? Ну, смотри, да, ну я же играл 3-4 потом уже в НБА. Да, да. Ну, если... ну, хоть бы Вилкинс, да? Доминик Вилкинс, третий номер. Но. Виллис четвертый. Конкак четвертый. Ливингстон четвертый. Антуан Карп четвертый. Вот где мне надо было засунуться вот в это все... Это самое. Ну, понятно, я старался очень, и где-то какие-то были у меня моменты. Ты знаешь, ты будешь смеяться, я, ну, как бы, я ж мог забивать издалека, да, но так как были такие снайперы, как ты, Куртик, там еще остальные, я, в общем-то, не сильно брал на себя много там бросков. Строители у меня были тоже, ребята, снайпера хорошие, поэтому, а чтобы ты понимал, Хокс, у меня был самый высокий процент трехочковый. Что очень мало там было снайперов. Они физически все здоровы. Они не били трехочковые. Да, да, практически никто они не туда бил. Перели все время. Да, никто практически три не бил. И как-то я нашел свою нишку потихонечку, там за какие-то минутки начал бороться. Как-то там, знаешь, получалось так, что за счет того, что я опаздывал и не спешил, не делал никаких глупостей, получилось... А там же, ты знаешь, Валдис, они считают все. И вот что получалось. В момент, когда я нахожусь на площадке, всегда команда лучше выглядит, чем плюс, когда я не... Плюс, да, плюс. Да, да. И это потихонечку начало набирать какую-то видимую эту самую, и я потихонечку как бы начал там завоевывать свое место. Я считаю, что для той обстановки и для того, это достаточно, ну, был успешный сезон для меня, я считаю. Но одна из, я всегда говорю, это одна из самых главных проблем, Валдис, которую я сделал и которую я только понял потом. Понимаешь, я всегда, и я считаю, что это каждый спортсмен должен делать, вот ты должен поставить себе задачу, вот какую-то, хотя бы временную. Вот ты попал в строитель, какая твоя задача? Вот я себе сказал, что я должен быть основным игроком, попасть в сборную, да? В сборной попасть в пятерку, а уже попав в пятерку, выиграв там, допустим, Олимпийские игры, да? Это такие, ты себе ставишь такую задачу, и ты к ней идешь. Ну, ты не всегда к ней доходишь, но ты приближаешься максимально. Цель нужна. Да. Ты понимаешь, почему я в Америке вообще приехал в НБА, не поставил себе вообще никакой задачи? Нет, ты поставил цель на самолете уехать. Да, да. Я как бы все, цель достигнута, и больше я себе... Ну, знаешь, даже можно было для понта поставить, там, попасть в какую-то пятерку, стать кандидатом, там, в All-Star. Ну, что-нибудь, какую-нибудь даже бредовую идею изначально придумать и как бы на нее сориентироваться. Я не сделал это, Валдис, я не знаю почему. Видно, уже, знаешь, ментально мы уже, знаешь, превзошли все какие-то... Ну свои... ладно, тебе 25 лет только было, ты вообще только на старте своей... Да, был. Да, вот, ну, слушай, уже ж позади было эти сборы в Бельмикене, уже да. Усталость определенная накопилась, Валдис, знаешь. Ну смотри, хороший вопрос мне был. Играл у тебя Док Риверс, играл Энтони Карр. Они да. Тебя не подкалывали, когда проиграли в 82-м? Не, они не подкалывали, я их подкалывал.
Нет, но они помнят это? Конечно, конечно. Мы с Даком же очень дружили. С Дак Риверсом. С Даком, да. Ну, расскажи про Дак. Он сейчас тренер великий. Он, смотри, у него, ну, я не хочу тут как бы выступать в роли расиста, но у него белая жена, да? Ну, это нормально. Да, она белая жена, и он закончил очень хороший институт. Он как бы такой интеллектуальный. Ну, он очень из такой семьи образованной, знаешь, такой вот, скажем так, интеллигентной семьи. И он очень интересный человек, с ним интересно было разговаривать, он тебя поменял. Он начал меня... Вот это поколение, которое, кстати, вот это было, Мозес Мелон, этот самый, Клифф Левингстон, Виллис, они очень меня поддерживали почему-то. Спад Веб, они как-то... Мне потом Майк рассказывал. А почему? Смотри, они как-то... Вот Майк мне рассказывал, говорит, возник какой-то там... Ну, не конфликт, а такой вопрос у них. Ну, слушай, ну, а чего мы должны тут... Вот Белый приехал, мы тут как бы раздвинули ноги, условно, да? Там кто-то, а там был такой Феррелл игрок, который за меня не попадал, а он как бы со всеми дружил. И как бы он не попадает, его цепляют, и там черные так, ребята, афроамериканцы так типа, ну, что это такое, мол, наш пацан отцеплен, а тут какой-то типа русский белый тут в составе. Выпендривается, да. Да, а Майк им говорит, ребята, ну вы хоть понимаете, откуда человек приехал и вообще в каком он состоянии? Ну, как бы мы его пригласили, подписали контракт. Вы понимаете, другая страна, другой язык, другая культура, вообще другой мир. Вы вообще понимаете, вот вы в этом состоянии сейчас бы отказались там. И они как-то так, и ты знаешь, вот как-то пошла поддержка такая, жены этих баскетболистов помогали Агале. Мне особенно Мозес Малон очень меня так, знаешь, поддерживал. Они видели, что я, ну, какой-то простой, я пошел на тренировку, прихожу раньше, ухожу позже, знаешь, стараюсь там, очень стараюсь, каких-то вредных привычек у меня нет, знаешь. И вот они это оценивали и поддерживали, знаешь, и поддерживали. А что касается Дака, он очень интересный человек, очень интересный. Слушай, знаешь, давай по порядку. Вот я хочу задать вопрос, который вот сейчас идет сериал этот «The Last Dance», да, и Джордан говорил так, что он во время таймов, он говорит, пили пиво и сигару тренеры давали. Что было в твоей команде? Было такое? Нет. Смотри, пиво там как бы... Вот я знаю, что какие-то команды в раздевалках стояло пиво. Я не видел у нас в раздевалке пиво. Может, потому что вот те ребята, которые у нас были, они традиционно не пили пиво. Значит... Что касается, скажем, сигар, ну, там они когда-то на каких-то мероприятиях там подкуривали, так, знаешь, эти сигары, ну, как для понта, знаешь, там подтягивали. Но я тебе скажу, какая была, вот как мне кажется, проблема, где я разочаровался, это немножечко у Майка Фрателла все время была проблема с Домиником Вилкинсом и Мозесом Малоном. Он хотел дисциплины. Ну, эти звезды, все-таки. Да, он хотел вот командной игры, а они немножечко не входили, и они все время как бы вот с ним вступали в этот момент в конфликт, потому что он видел, что они не работают как на команду, они работают на себя. Ну и второе, я тебе честно скажу, ох, они любили по женщинам погулять, мама моя родная. Ну ты же знаешь, Мэджик Джонсон, что делал эти истории. Я не буду сейчас фамилии называть, ну перед игрой, знаешь, ну это у них тема стояла все время, у них как бы эта тема стояла, ну ты можешь себе взять перед игрой, вот в день игры. Ну там женщины же сами хотели. Ну, смотри. Это Атланта, а там Лос-Анджелес. Это вообще... Слава богу, я был женат, и как бы я не понимал это. И, конечно же, языковый барьер, какая-то боязнь, какая-то страх. Там, тем более, знаешь, Америка, чужая страна, там, не дай бог, ты на кого-то не так посмотришь. Вот мы приезжали в гостиницу, да? Ну, я на это, ты же, наверное, слышал эти рассказы. Уже сидят в поле, уже сидят. Уже свои, да? Они там у них такое, их называли там группис, фрикс. Это вот такие вот, извиняюсь, девушки, которые вот они как бы знали, когда приезжают команды, они всех знали, те всех знали, они уже в холле сидели, уже у них все там, понимаешь, и это было, я не говорю, что это все, там, допустим, такие, как Дак Риверс, там еще ребята, они очень были религиозные, они никогда этим никуда, но некоторые были, мама моя родная, это было что-то. Было что рассказать, да? Слушай, давай про Last Dance, да, потому что это сейчас топ события в Америке, ее критикуют, ее восхищаются, но вот что ты вот помнишь с играми Chicago Bulls, ну какие-то истории, расскажи свои истории против них. Сейчас о них расскажут. Ну, смотри, первые две истории, это я запомнил на всю жизнь.
что я случайно, ну не случайно, я как-то в куче умудрился два раза Майклу Джордану сделать блокшот. Даже? Не такой прямой, что там, знаешь, я защищался один на один, а как-то он куда-то проходил, где-то он там завис, и я где-то сбоку раз, один раз щиту, один раз второй. Это первое. И второе, я один раз вот с ними, во-первых, я сломал руку на игре с ними. Под меня Паксон подсел, и я в прыжке перевернулся и упал на руку, и вот этот перелом руки у меня был. Так. И третье, я скажу, что мне было приятно, что никто не хотел меня держать. Когда я... Почему? Во второй год. Смотри, получалось, что Пиппин я мог задавить как центровой. Да, Пиппин третий номер меня, больше. Хорас Грант. Хорас Грант не успевал за мной, когда я выходил на трюли. Ну, да. И все время Пиппин впихивал, и они в открытую это говорили, и так с юмором, типа Грант, давай, ты его, постарайся, там, знаешь. Говорит, он с броском. И я выходил, и так смешно это было, знаешь. А мне Хорас был вообще, ну, легкая добыча, знаешь. Он на трюльник не выходил. Если выходил, я спокойно обходил его. Но вот это я запомнил. Но все равно они обыгрывали нас легко. Ты знаешь, в чем сила их была? Ну, они как-то легко играли. Они как-то, знаешь, вот так вот как-то все вот они бежали. Вот этот, знаешь, Пиппин, Джордан. Как-то они так вот, знаешь, легко играли в такой баскетбол легкий. Знаешь, там проход, сброс. Все знали, кто где находится. Знаешь, и самое главное, у них была уверенность, что они лучше. Вот это самое главное. Ну ладно, вот это тот подожди. 88-89 они получили. Ну, 89-90 они же получили от Детройта, и только в 91-м они выиграли. Была перестройка их мышления. Да, я тебе говорю про 91-92 год. Ну, ты уже был... Это третий твой сезон. Да, третий сезон. Я же второй пропустил из-за травмы. Практически весь. Там только в начале чуть поиграл. Ну да, они первый выиграли, тогда уже все, второй сезон. Да, да. И вот этот, я помню, уже второй, после как они играли, и вот как они... А как у них была уверенность в себе абсолютная, вот они просто знали, что они лучше. Ну ладно, Фил Джексон, это твоя, скажем, ну, как ты думаешь, это было... Это его история была, то, что он такую команду... Ну, смотри, что я знаю. Майкл Джордан очень был такой, ну, это и по фильму видно, он очень был требовательный к себе и к другим. И главное, у него стержень был то, что он искал тренера, который... Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, как лидер команды, когда вот ты знаешь, что... Ты понимаешь, что тебе за тренера надо дорабатывать. А он хотел иметь такого тренера, за которого он не хотел дорабатывать. Он это говорил часто в интервью, по-моему, даже в этом фильме, где-то он говорит, что мне надо, чтобы я был игроком. Мне не надо, чтобы я был помощником, тренером. Вот как Леброн, допустим, да, там еще куча игроков. Они полутренера, полуигроки. Особенно сейчас в НБА. Там тот же Харден, понимаешь? И вот он искал такого тренера, да, который бы был для него вот тренер и для всех игроков. И вот так вот сложилось, что он нашел этого Фил Джексона. Конечно, я не знаю, я же был с Медведенко потом уже в Лейкерсе месяц. Да, Фил же тоже был Джексон. Да, и был я как бы как тренером. Я был в составе в тренерском составе у Фила Джексона. Я тебе скажу, это триангл офенс, это что-то, это надо быть каким-то профессором, знаешь, это такая головная... Ну, многие смеются об этой нападении. Ну, они смеются, и жизнь показала, что ты можешь хоть 10 триангл офенс делать, если у тебя нет Джордана и Пиппина, и Шакила, и Коби, то этот триангл, что не триангл, это все не работает. Работает Джордан и Пиппин, и остальные, и ну... Коби, и Шакил, вот что работает, вот и все. Но, видимо, ну, вот это вот какая-то система, дисциплина, может быть, знаешь, Фил Джексон был такой весь какой-то такой вот необычный, знаешь, у него какие-то такие вот странности, скажем, были такие определенные, знаешь. Саша, мы про тренеров начали говорить. Был у тебя такой тренер, у которого ты чувствовал такой, ну, вот он меня понимает, и я становлюсь лучше? Был Майк Фортелло и Чарли Реколкати. Были такие, да? Майк Фортелло четко. Но в чем они вот тебя, что они дали тебе? А ты знаешь, вот, во-первых, Майк Фортелло, я считаю, вообще, это вот отдельно стоящий тренер. Вот я не понимаю, почему он не сделал суперкарьеру в НБА, может, из-за того, что он очень хотел этой дисциплины, и не получалось, все время входил в конфликт с звездами, да? И, допустим, с менеджером, который всегда были на стороне звезд в НБА, как ты понимаешь, как устроена НБА, да? И когда ты понимаешь, вот смотри, вот ты играешь, и вот он на ходу, вот он видит, допустим, оп,
у тебя преимущество в скорости, знаешь. Ну, моментально он тут же комбинация, тебя оставляют один на один против там большого. Тут же он смотрит, у тебя преимущество в массе. Тут же тебя оставляют один на один там за центри. Он настолько вот как бы это все видел, он сразу понимал... Ну, это у них 10 ассистентов, они подсказывают, нет? Да, но все равно он это так четко чувствовал, он так это понимал. И понимаешь, вот допустим, какие-то вещи, вот мы не привыкли к этому, но, допустим, абсолютно одинаковая вещь. Вот я, допустим, даю там какую-то, ну, в защите, знаешь, Валдис, бывает, что-то задумался раз и забыл, что надо было сделать защитой, да? Он спокойно меня садит на скамейку, знаешь. И говорит: Саш, смотри. Ну, такие простые вещи. Ошибку в нападении исправить можно. Ошибка в защите уже не исправляется. И это мне так зашло в голову сразу. Знаешь, бум. И я настолько потом начал концентрироваться в защите. Так, знаешь, это как... Или там, допустим, он мне говорит: Саш, я не знаю. Вот ты мне должен доказать, что ты знаешь английский язык. Так, что я... Ну, вот я должен тебе сказать. И я должен понять, что ты понял, что делать. И говорит: поэтому давай так, ты приходи ко мне, там, допустим, вот сегодня, завтра, там, послезавтра, мы с тобой. И вот мы сели с ним, знаешь, вот книга, вся терминология баскетбольная, которую они использовали тогда. Валдис, многое понимал, а много там было сленговое, я не понимал, знаешь, ну, я даже не понимал, что это значит. И вот мы один день, час, а он такой, знаешь, вот учитель, преподаватель, он встает, сам все показывает. И он говорит: Саша, вот это обозначает это. А я потом на русском записывал просто тупо. И ты знаешь, вот мы прошли этот курс, так называемый, и он понял, что я понимаю, что он говорит мне. Он говорит: пока я не буду уверена, ты играть не будешь. Пока я не буду знать, что ты понимаешь, что я тебе говорю, и ты это понимаешь правильно, ты играть не будешь. И вот это я... И вот какие-то такие вещи, знаешь, ну, очень много таких фраз каких-то, вот коротких, но настолько понятных. А вот знаешь, Валдис, вот смотри... Вот у него, допустим, вот, казалось бы, такие вещи, вот где находиться центровому, когда он там на усиках должен получить мяч, да? Ну, казалось бы, наши центровые могут там метр в сторону, метр туда, метр сюда, метр здесь. Он, ну, это может быть такой у нас пошел уже своего профессиональный разговор, да? Нет, это очень нормально. Почему? Это, а он, это и сегодня... А он говорит: нет, не на полметра туда, не на полметра сюда, вот здесь ты должен получать. Почему? Потому что если ты станешь выше, тебе будет страховать игрок маленький, а если ниже, тебе щит будет мешать. Ты пойдешь и ударишься головой об угол щита, или в лицевую линию тебя еще будет мешать. Вот потом и здесь. Или, допустим, вот казалось бы такая вещь, Валдис, но уже все играют, мир весь играет, вот весь мир играет. И он говорит: Саша, запомни, не может человек защитником открыться, когда заслоняющий стоит, а два человека бегут, и он пытается от него избавиться. Это как две пули, знаешь, мимо. Ну что ты не сделаешь, ты не можешь выловить защитника. Запомни, заслон игроку должен быть в мертвой точке. Ну когда игроки стоят, ну не двигаются, в мертвой точке. Даже лучше, когда он двигается в обратном направлении, когда ты его принимаешь, и он чуть-чуть двигается в обратном направлении, и тогда игрок медленно выходит, и у него абсолютно там несколько секунд на принятие решения. Я смотрю, весь мир играет, Европа, НБА. Никто этим не пользуется, Валдис. Ты понимаешь, о чем я говорю? Нет. Вот. Я понял. Слушай, я хочу перевести тему в то. Вот мы с тобой играли долго. Ну, мы меньше играли, где-то 3-4 года с тобой. Но вот мы играли в сборной, где у нас вообще такие тонкие вещи вообще не разговаривают. Да. Ну, вот, сейчас прошло уже 40 лет с Московской Олимпиады, вот летом хочу сделать передачу. 40 лет прошло уже, да, ну, мы можем говорить, в каких условиях мы играли. У нас не было ни вот таких... Мы просто играли в баскетбол. Да. Забьешь туда, молодец, не забьешь, плохо. Селекция, талант, все. Да, и все. Ну вот Антон Иванович Блик, он когда в 81-м году собрал, он говорит так, по позициям сказал, он говорит: вы же можете югославов 30. Они до этого всем все время проигрывали. Да. А за счет чего? Вот то, что ты говорил. За то, что в каждой позиции сильнее игрок. Просто да. Это надо тактически правильно использовать. Конечно. Тренеру. Конечно. А у нас как? Ничего. У нас главное психология, душить. Давай, не можешь. И центровые. Мы просто в такой системе играли.
неразвитый в баскетбольной, ну, в баскетбольном таком сленге. У нас тренера выполняли совершенно другие функции. Да, ну вот у нас менеджеры были. Менеджеры. Александр Яковлевич Гомельский был отличный менеджер. Да, да. То есть да. Он бы вот мог, скажем так. А GM. Вот... GM бы было номер один. Да, ну вот. А если бы нам вот такого уровня тренера тогда. Только тренера, который тренирует в зале. Да, да, вообще. Вот Зали, нам Фортелла, нужно там политика или что? Да, нет, вообще ничего. Вот тренера Фортелла, и он бы взял себе помощников. Я не думаю, что была в мире команда, которую в ту сборную могла бы играть. Я не думаю, что есть, была бы в мире какая-то одна команда, включая команду НБА, которая могла бы нас после определенной подготовки нас обыграть. Да, вот ну, конечно, мнение. Талантов было ужас, потому что еще вот, в конце разговора, вот сейчас мы закончим про баскетбол, ну, и потом другая будет тема. Но вот про баскетбол заканчивая, в Советском Союзе 250 миллионов говорили, что у нас можно было 10 сборных сделать. Но был смысл того, что вот Черниговец жил Волков, но кто его не знал? Вдруг ты там повезло, что типа тебе кто-то увидел. А таких Волковов, я думаю, по Советскому Союзу да. было вот столько. Просто да, надо было делать лигу, собирать вот эти сборы. Так у нас же вообще не было селекции, не было скаутов, вообще ничего не было. Ничего люди не было. Мы просто играли. Вот мне повезло, тебе повезло. Да. Еще, а кому-то вообще не повезло. Конечно. Так большинству, я думаю. Да, ну вот мы можем быть счастливы, что мы карту хорошую карту. Ну, была такая советская селекция, такая абсолютно, знаешь, какая-то нелогичная. Она с точки зрения, допустим, той же американской или европейской селекции, она вообще ну, нелогичная. Но она это была селекция своеобразная, знаешь. Плюс ну что, еще, конечно, Саша, ставки. Да. Спасибо тебе за разговор. Мы, как ты, игрок, общие темы так прошли. Очень приятно, уже часик больше, как сказать, уже часик поговорили. Ну вот и следующая тема будет, мы уже вернемся, ты как менеджер, президент и так далее, и так далее.